Всем привет, ребята, на канале Ворон Крутон. И сегодня это серия «Жизнь волка». Но я переменила название этого видео. Почему я его переменила? Потому что у меня появился легендарный скин, и я начала снимать вот такую вот. Я его назвала не «Жизнь волка», а «Короли леса», потому что мы как «Короли леса» стали, реально, мы в этом видео «Короли леса» станем. Угу. Ну и вот, мы сейчас будем начинать. Так что, пишите на канал, поставьте лайк, потому что 4-я серия. Так что, всем пока. Ой, веки, всем пока, подождите. Дубль 2. Она будет Дубль 3. Я не помню, что я сказала. Ну вот мы будем начинать. Вот все. Опять все спят. Ну, надо их просыпать. Ну, так, сначала дочку давай. Доча, вставай. Кстати, еще, ребят, забыла, с нами Алиса. Она просто на паузе у меня на телефоне была. Она тоже будет с нами снимать видео. Скажи привет, Алиса. Я, мам, привет. Да, подписывайся тоже на ее канал. Как можно... Да, как я могу сказать, что я так всегда говорю, так что можете убедиться, что это правда, так что давайте подписывайтесь быстрее, ставьте лайки. А еще, да, сникерсы, 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 уикерсы. Простите, это просто моя мама звонила по телефону, ну, короче, мы будем продолжать. Мам, ой, уже вставать, что ли, надо? Да, иди, папа. А папа уже встал, что ли? А где папа? Да, он встал, ну ладно. А куда мы сегодня идем? Мы идем в лес. Опять? Ну, мам, можно я сама дома посижу? Нет, тебе нужно изучать мир. Ладно, пойду. Только, мам, посидите здесь, а я пойду умоюсь. Хорошо. Ну, типа, короче, она умылась и прибежала назад. Пап, мам, я умылась. Когда идем в лес сегодня? В 5 вечера или в 5 дня? Я просто не помню. А, мам? Да. Вечером или днем? Конечно же, днем. Ну, понятно, так что... Мама! Мам! Что? А это... А кто такие зайцы? Зайцы? Да! Что? Да, что такое зайцы, говорю? Зайцы — это маленькие существа с большими ушами. Они прыгают? Конечно, и быстро бегают. Прикольно, мам. А что такое лисы? Кто-кто? А лисы что такое? Я пока что не знаю. Мама, я знаю, что такое лисы. А, я тоже знаю. Это рыжие. Рыжие, типа... Хищники. Кошки, но только другой цвет. А леопарды? Ой, леопарды. Они вообще в Америке, что ли, живут? Или где? Они живут, но только... В пустыне, мама, ну говори быстрее. О, господи. Они какие, мама, они пятнистые, они очень, очень хищные, они злые очень. Ой, мам. Господи, мам, я лучше посплю, хорошо? Ну, главное, чтобы короли леса никуда сюда не прибудут. Короче, через 2 недели. Нет. Через 2 недели. Мама, ты где? Ой, так я же от вас сплю. Мама! Что, а почему ты такая рыжая? Ой, я не знаю. И почему
почему вот ты такая белая, рыжая, коричневая, как и я? И папа такой же. Я ничего, мам, не понимаю. Когда мы идем уже на охоту? А почему мы что, лисами стали, по-твоему? Где-то в зимний лес или на ферму. Ну, если с родителями, тогда нет, не страшно. А если самой, можно вообще там потеряться. О, господи, мам, а я лучше с вами пойду когда-то. Ну, вот и правильно. Мама, Что, доча? а когда мы вот пойдем еще раз в лес? Мама, Ну, я даже не знаю. а ты мне рассказала историю, почему мы такие рыжие стали? Сейчас расскажу. Я, когда меня родила моя мама, я была рыжая, то есть серая. Потом мой цвет стал такой. Нет, то есть светлее, светлее, светлее. И я стала такой. А когда я была беременна, я родила себе такой. И вот Черная, ну я ж черная была. Ну да, была черная, а со временем стала такой же, как я. Ну, короче, у тебя такая же история, как у меня. Ну, мам, ну ты ж серая тоже была. Ну, и ты родилась серой. Я черная родилась. А, ну да, ты черная родилась, я стала такой, как счастливый. А папа почему такой? О, я не знаю. Ну да, это пиздец. Я тоже не знаю, и он не знает. Жадия. Короче, ребят, продолжаем. Мама, почему мы всегда ночью спим? Уже наконец-таки. Я уже голодная. Дорогая ими жена. Ой, дорогая жена. Ну, так, доченька и жена. Пошлите на охоту за лисичками. Не знаю, только. О, вот, смотрите, это там одна лисичка. Ну, не сковалась, а у нас за травой. А ты знаешь, я хотела тебе сказать, что эти скины, можно так сказать, это образы, они легендарные. Я, конечно, знаю. Это только в одном прям каком-то лесе может попасться такой волк. Ну да, конечно, ты что, не знала? Ну вот, побежали, ребят, на лисичку. Зайчик, помогай. Так, есть. У нас уже 3 250 монет. Тысяча. Поели, короче, там все сделали. Теперь пошли домой. Так, пошлите домой. Хорошо. Так, доченька, зубы мне. Зубы. Ну все, я тебе принес. На паузу. Я не знала, что видео идет. Я забыла про паузу.
Сейчас. Типа они на ферму пришли. Где мы? А мы где? Не послышала. Ой, мама, тут дождь начался. Где мне можно спрятаться нам? Давай под деревья быстро. Быстрей, побежали. Ура! Все, мам, я здесь. А где папа? Вот вы. Наконец-то все, седайте. А давайте о чем-то поговорим. Ну, о чем? Потому что я-то люблю такую погоду. Простите, что мы чуть-чуть замолчали. Я не знаю. Короче, мы продолжаем. Мам. Мама, покажи мне эту деревню. А, забыла, ребят, все сказать, что это короткая серия будет. Потому что. Ну, не знаю. Ну, потому что будет такая. Мне еще одно видео снимать нужно. Я его сделаю коротким, так что оно будет до 12. Ну, уже 12, ну до 13, какая разница. Ну, покажи. Ну, типа показала. Типа показала она и вот. Мам, я придумаюсь. Хорошо. Бежит. Типа бежит. Ну, она и так бежит. Типа моется. Поплавала. Ну и вот бежит обратно домой. Ну, не домой, а к родителям. Все, я прибежала. Молодец. На этом видео приходит наше к концу, так что всем пока. И желаем вам удачи, так что опять всем пока. До новых встреч. Ну, всем пока.